С 26 по 29 мая 2014 года. Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр». 15-я международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз 2014». Организаторы: ЗАО «Экспоцентр» и фирма «Мессе Дюссельдорф», Германия. При поддержке Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, Министерства энергетики, Министерства промышленности и торговли, правительства Москвы и Торгово-промышленной палаты. ТЭК завтрашнего дня – это прежде всего высокотехнологичная отрасль. Вот когда говорят, что у нас мы все сидим на нефтегазовой игле, и отчасти это, безусловно, справедливо, и нужно развивать высокие технологии, и это тоже справедливо. Но нельзя забывать, что современная нефтегазовая отрасль – это как раз и есть одна из высокотехнологичных отраслей. И добычу, и переработку необходимо вести на современном оборудовании, опираясь на новые, новейшие технологии, в том числе энергоэффективные и ресурсосберегающие. Выставка «Нефтегаз» – важная и неотъемлемая часть развития российского топливно-энергетического комплекса. Ее история началась в 70-е годы 20 века, в период бурного развития нефтяной и газовой промышленности СССР. В новых экономических условиях она сохранила и укрепила свой авторитет в органах власти и профессиональных кругах. Выставка включена в план основных мероприятий Министерства энергетики Российской Федерации. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул, что выставка, традиционно собирая представителей крупнейших компаний отрасли, предоставляет им прекрасную возможность продемонстрировать свои профессиональные достижения, поделиться передовым опытом в сфере разведки, добычи, переработки и транспортировки углеводородов. И пожелал, чтобы новейшие образцы оборудования были по достоинству оценены и нашли широкое практическое применение. Выставка призвана показать ход реализации энергетической стратегии России, работу, которую проводит руководство страны, Министерство энергетики по модернизации отрасли. Расширение деловых контактов, обмен опытом, знакомство с новейшими технологиями и оборудованием. Без этого в современном мире невозможно двигаться вперед. «Нефтегаз» уже давно признан выставочной и дискуссионной площадкой, которая предоставляет специалистам уникальную возможность оценить состояние развития ТЭК, обозначить приоритеты и основные риски отрасли. «Нефтегаз» дает наглядное представление о будущем мирового энергетического рынка, является крупнейшим отраслевым смотром в стране и входит в десятку международных выставочных брендов. Постепенно, шаг за шагом, нужно такие брендовые выставки раскручивать, и это будет очень помогать поддержке нашей отечественной промышленности, отечественных товаропроизводителей, формировать их имидж, продвигать на рынке товары, и тем самым это и престиж государства. Ключевым событием деловой программы выставки станет 5-й международный энергетический форум «Энеркон», на котором будут рассмотрены перспективы разработки сланцевого газа, повышение энергоэффективности нефтедобычи, использование трудноизвлекаемых и альтернативных ресурсов, освоение российского арктического шельфа. Большая благодарность от нашего союза, специалистов ИНЗ. Потому что нефтегаз, машиностроение, технологии и энергетику. Вот это поставлена задача. Это же не попытка, это поставленная задача охватить больший круг вопросов и привлечь больше интереса и, естественно, большую отдачу дать для специалистов и отрасли. Выставка охватывает все секторы нефтяной и газовой промышленности, объединяет ведущих российских и зарубежных производителей и предоставляет им возможность стратегического планирования. Президент компании «Роснефть» Игорь Сечин подчеркнул, что выставка «Нефтегаз» – прекрасная возможность заглянуть в будущее топливно-энергетического комплекса, познакомиться с новейшими технологиями добычи, транспортировки и переработки углеводородов, экологическими и энергосберегающими программами. Главная цель – сделать отрасль инновационной, высокотехнологичной, безопасной. Специалисты «Газпрома» традиционно принимают участие в выставке, которая является важным событием для энергетического рынка как в России, так и за рубежом. Уверен,
что новые идеи и знания, полученные на этой выставке, будут способствовать динамичному развитию мировой и отечественной энергетики. Поддержка выставки руководством страны, Министерством энергетики, Союзом нефтегазопромышленников, а также высокий авторитет и профессиональная репутация экспоцентра как организатора крупнейших международных экспозиций, современная инфраструктура и сервисные возможности комплекса обеспечивают максимальную профессиональную и коммерческую эффективность в выставке «Нефтегаз». Выставка «Нефтегаз» она стала своеобразной визитной карточкой нефтегазовой отрасли. И еще чем она очень важна? Тем, что это уже не просто выставка, это коммуникационная площадка для бизнеса, власти, научного сообщества. Пользуется заслуженным авторитетом, потому что участвуют большие, крупные, крупнейшие компании. Ну, можно назвать такие, как, например, гиганты Siemens, наш гигант Газпром. Die Zusammenarbeit ist ein im internationalen Feld ist äußerst wichtig gerade für diese Thematik. Все прекрасно знают о том, что Россия является основным поставщиком сырья, в том числе и нефти и газа. И поэтому много лет тому назад мы в сотрудничестве с экспоцентром приняли решение вместе организовывать выставку. Мы со своей стороны прилагаем колоссальные усилия для того, чтобы на российский рынок предоставить международную, очень современную технологию. «Нефтегаз-2014» – это профессионализм, высокая конкурентоспособность и международный престиж.